За последний год в Ульяновской области произошло огромное количество дорожно-транспортных происшествий. Смертность на дорогах остается одной из основных проблем региона. Ежедневно в России в ДТП погибают сотни людей, в том числе и дети. Предотвратить, обезопасить и научить правилам поведения на дороге – главная задача безопасного колеса. Мы охватываем всю Россию, стараемся, так сказать, задействовать все регионы. И тот, кто на сегодняшний день способен провести подобные мероприятия, мы ему всегда благодарны. В программе повышения безопасности дорожного движения есть и другие мероприятия, посвященные данной теме. Работа проводится не только с детьми, но и в первую очередь с их родителями. Именно семья закладывает первые знания о поведении на дорогах. Взрослые подают пример подрастающему поколению. Мы проводим семейные конкурсы, мы все время постоянно обращаемся именно к родителям. Мы не рассматриваем эту ситуацию, ребенок отдельно от родителя. Но кроме этого идет повышение квалификации и педагогов, и молодых водителей. Финал всероссийского конкурса юных инспекторов дорожного движения впервые организован на территории Ульяновской области. Его участниками стали 340 школьников из 85 регионов страны. Все они очень тщательно готовились к соревнованиям. Мы катались на велосипедах, ну, таких есть препятствия. Мы учили правила дорожного движения, первую помощь, ОБЖ, то есть тоже все это учили. В течение нескольких дней ребята будут проходить различные испытания, демонстрировать знания основ оказания первой помощи, знания правил дорожного движения, творческие конкурсы и другое. Итоги соревнования будут подведены уже в эту среду. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.